Ребят, с вами я, Руслан. Короче, сегодня у меня новенькая игрушка под названием «Ретро-гараж». Не знаю, залетит она вам или нет. Извиняюсь, что меня так долго не было на канале. Просто у меня были дела, я постоянно ездил то в больницу, то еще куда-то. Извиняюсь за долгое отбытие, ну, без видео. Короче, я здесь, у меня уже есть немного вкачанный аккаунт. Сегодня я хочу попробовать апнуть 12 евро. У нас просто вообще... Давайте вот, мне смотри, вот есть... Не обращайте внимания. Сегодня, короче, продадим этот москвич, который я собрал со свалки. Давайте посмотрим, что продадим. Да, погнали. Все, продали, чтобы деньги были. Сейчас будем деньги купить. Так, вот, 3400. Я на изи. О, тут только ходовая, собственно. Ой, да. Так, двери. Тут цело, блин, в говно, там сейчас заднее право. Все, хоть мне. Да ебаный ты, блядь, черт. Монетку забыл вырубить. Да и похер с ним, будем. У нас тут просто со светом небольшие проблемы, поэтому ладно, потерпим. Так, крылышки острые. Интересно, Греб, как всегда, у меня видео сворвут по этой игре. Не, пацаны, я, конечно, сейчас Греба не обижаю, мы с ним дружим. Но вот просто, знаете что? Он мне вот недавно сказал, ты своего видео у меня по-симулятору Трамбита 2. Стоп. Во-первых, у него там часть первая по симулятору, а я снимал разные видео, и к тому же я не от него стал снимать, а я сам захотел снимать симулятор Трамбита 2. Как бы он не один единственный на ютубе симулятор Трамбита 2 снимает. И вот он мне видео ворует. Да, ворует. Просто я раньше врал вам, хайпился, да, я признаюсь, да, это было, я просто хайпился. Но он до такой степени на меня наехал, то что, блядь, прям, то что он думает, то что я у него своего видео по симулятору. Греб, хочу тебе сказать, если ты меня сейчас слышишь, то говорю тебе, лично тебе. Я у тебя не воровал, я просто захотел снимать симулятор Трамбита 2. И сейчас посмотрим. Пройдет пару дней. Будешь ли снимать симулятор Трамбита 2 так же, как я? Посмотрим. Мне прям интересно стало, сварилось, что у меня видео или нет. Ведь, вспомни, про почерк, ладно, я тебе сам разрешу, но это было давным-давно, еще в начале этого года. Про почерк, ладно. То есть там, где играет дрифт на фабрике, я там, где солнышки мучу, он сразу же, когда мы с ним вместе сидели, он сразу же стартанул такое же видео делать. Ну, и кто же теперь у нас? Вор? Ну, пацаны, ну сами посмотрите, он на меня наехал, так, типа, я у него видео говорю, это он у меня видео говорит, что он у меня сейчас ворвал. Волшебная бумажка, я ему не, я даже ему ничего не говорил, он сам это видео записал. Еще он говорит, что у меня там видео кринжовые, а у самого подписчиков-то. Я, конечно, я с не наезжал на него, не хочу поспорить, но, Глеб, просто будет тебе уроком. То, что я... Ты у меня выложишь видео, я тебе ничего не сказал. Ну, то есть, ладно, там были небольшие разборочки, но так я почти всегда их... Вот, почему ты за день ничего не сказал, я тебе это простил спокойно. Но на меня наезжать за просто так, что я снимал симулятор Трамбита 2, который сейчас уже почти не снимал, потому что там все тачки продал. Ну, кроме Гелика. Наезжать на меня сейчас не надо, пожалуйста, я прошу. То, что ты там подумал, что я у тебя видео своровал, да. Ну, то есть, ну, у тебя ощущения такие есть, я понял тебя. Но говорю тебе еще раз, я не своровал у тебя видео. Я не вор.
Все, что я там хайпился, то со соревнованием готовился. Это все, пацаны, я хайпился. Вы меня просто за это тоже извините. И, ну, это было раньше. Я был раньше просто идиотом. Ну, адекватно сказать. Да-да-да, вот я именно себя идиотом обзывал. Себя. Привет, from Mars. Просто, ну, понимаете, вы, то есть, ну, хайпиться для начала канала, это нормально. Если ты только начинающий, то есть, ну, кто снимает на ютубе, это нормально. Вы с ним, все хотят похайпиться, все хотят там, типа, ну, немного похвастаться. Ну, пацаны, поймите одно, люди с временем меняются. Вот я с временем тоже поменялся, я сейчас не хайпаюсь, я снимал нормальные видосы, они, наверное, залетают. Ну, нормально так залетают. Мы все продвигаемся все дальше и дальше. То есть, ну, просто можно меня понять, то, что... Раньше, да, я хайпился. Ну, вот то, что... Греб на меня наезжал, то, что у меня видео кринжовые, там, все такое. Вот помните, вот когда мы с ним поссорились, он только вот... То есть, у меня видео кринжовые. А сам у меня все своровал. Ну, не все, то есть, ну, достаточно видео, он у меня своровал. Ну, правда, тоже как бы обидно и неприятно. Сами посудите. Просто, ну, очень хочу сказать вам всем и Гребу в том числе. Запомните, наезжать на человека нет. Ну, поссорились вы с человеком, ну, пошли ты его нахуй, и все. То есть, допустим, то же самое. Мы с Гребом ссоримся. Но вот это. Но он на меня начинает наезжать. То есть мы с ним просто поссорились. Он даже моментально на меня начинает наезжать. Моментально. То есть, ну, он не может там извиниться. То есть, если, допустим, он там что-то плохое сделал, он не может подойти и извиниться. Нет, он идет на свой канал, он меня матами обсирает. Он поступает совсем неправильно. Вот. Извиняюсь перед Гребом, но не берите с него пример. То, что вот вы поссорились, тут адекватный человек, то есть, как я, может подойти и попросить прощения. То есть, допустим, я ему что-то сделал, ему там было обидно, я точно, ну ладно, Греб, извини меня. Ну вот он чокнутый. Ну, то есть, извиняюсь за выражение, Греб. Ну ты чокнутый. Мы с тобой ссоримся, только сразу бежу на свой канал. О, Сиренё, Кринжовая, бла-бла-бла-бла-бла. И все такое. То же самое, посмотрите его канал, начальные видео. Ну, не как начальные, ну, 28 ноября, ой, декабря. Он мне там понаговорил всякой бери-бериды. Ну, вот сами, вот, у него узенькое видео кринжовое, ставьте лайки, он хайпится, ну, просто хайпится, это ладно, это уже я сам свои ошибки признал. Но видео-то у меня были не кринжовые, у меня нормальные видосы. И почему я таки поднял много подписчиков? На меня просто подписывались. Спасибо вам за такое, конечно. Ну, Греб, тоже меня пойми, то, что, ну, раньше, да, было дело, хайпился. Но вот часто я этим не занимаюсь, то есть не пытаюсь похайпиться. То, что вот, условно, я, конечно, не наезжаю на Греба, он мой друг, но просто скажу вам, ребят, не пиздите с него примеры. То есть, ну, если он даже на это видео посмотрит, это все услышит, но, ну, ничего, пусть все слышит. Я вам привожу пример того, это что вот было со мной, что я от него, то есть, ну, уже послушал. Он вот думает, если, то есть, типа, есть ему к чему придираться, то есть, да, я раньше хайпился, он к этому придирался. Ну вот, он тоже, то, что вот раньше он придирался к тому, то, что я пытаюсь похайпиться. Ты тоже, Греб, поступал неправильно. Я тоже, вот ты прикинь, я к тебе буду так постоянно придираться. Ты вот на второй год остался, я к тебе вот к этому вообще не придираюсь. Но, кстати, он вам наврал, то, что я там хвастаюсь. Угу. Он там типа, ой, ты не умеешь играть. Ну, то, что ты не умеешь играть, ну, поздравляю тебя, то, что ты играть не умеешь. Ну, штанов я имею в виду. Ну, как бы я сам не гиперспортсмен, Гребас, поэтому...
Ну, не знаю, короче, Грибас, я думаю, ты понял свои ошибки. Просто так, если ты так поступаешь, это тоже не есть нормально, поэтому... Ну, это я говорю про раньше, ну, сейчас я не знаю. Вот мы с ним поссорились, он на меня даже не выпускал эти видосы. Ну вот, в принципе, то, что Глеб, то есть, ну... Глеб, он, конечно, друг, но... Я, конечно, про Глеба, то есть, ну, не проверял, говорит о Глебу, то есть, ну, он проверялся, то есть, то, что, ну, типа, о, ты хайпишь, все такое, ну, вот, я тоже могу к нему придираться. Глеб, если ты хочешь, чтобы я начал придираться, я тоже к тебе могу придираться, потому что, типа, ты на второй год остался, ты не умеешь играть, вот как твои слова были. То, что вот ё-мо... Ты там всякую фигню творишь, это тоже не есть нормально. Да иди нафиг. Я просто не желал тебе зла, я только добра желал. То, что ты вот этой всей фигней стираешь, не советую тебе. Ну, то есть ты вот, в принципе, хочешь тоже вот выпустить видео, то, что, типа, ну, да, можешь на меня пообзирать, то, что, типа, я вот сейчас это видео выпускаю. Но, Грибас, извиняй, то есть, я просто хочу своим подписчикам, то есть, ну, Греб, то есть, тоже так не поступай, потому что тебя еще люди могут пример брать. Я вот даже в следующем видео, возможно, покажу вот это видео. Вот мы уже кузов отремонтировали. Остался только мотор. Нет, ну правда, Глеб, можешь, пожалуйста, если еще выпустить видео, тоже мне, то есть, ну, в ответку. Посмотрим, что ты на это скажешь. Ну, как бы неприятно, то, что ты так поступаешь мне. То, что вот... Ты творишь эту всякую фигню, не советую тебе этой фигни стрелять. Ладно, давайте уже эту тему опустим, потом уже, может, в следующем видео об этом поговорим. Вот мы уже, кстати, скоро отремонтируем эту машину. То есть, ну, скоро мотор остался отремонтировать, и мы получим свою награду. И, наверное, сейчас уже поднимем 11-й... Ой, даже какой там... О, ладно, давайте когда починю, как он... Не буду, ему сканер рубится, поэтому не надо. Так, нам сейчас еще будем придется... Так. Так, перед этим я сейчас вставлю, нужно заменить. Где он? Ставить его. Цепь берем, новая. Тут что, надо перебирать? Ну, это понятное дело. Тут мотор пиздец. Так, раз, передвал. Детали клапанного механизма. Так, вот головка блока. Коленвал весь убитый.
вот блок цилиндров. Сейчас просто его соберем, вот и все. И мотор готов. И в принципе весь автомобиль готов. Так-то я в эту игру уже много раз играл, но вот что-то вот я только на втором канале вот выпускал видео. Но если эта игра залетит, то будет продолжение. Ну-ка, что, поднял? Да, все поднял. О, бэха. Так-то вот, что у нас тут? Уже 12 уровень. Кстати, я его могу проверить за 18 кусков. Кстати, пошли-ка, пойдемте-ка в автосалон. Может, я сейчас себе что-нибудь даже прикуплю вот в автосалоне за эти коины. Хотелось бы себе что-нибудь нормальное прикупить. О, давайте график купим. Или что, подождите. Копейка, я себе могу спокойно купить там, допустим, две АКИ, но мне эти две АКИ в жопу не сдались, поэтому пока что вот, мне вот, я хочу себе график именно купить. Ну, или еще подкопить, или, допустим, до аудюхи, вот, аудюха тут за 125, давайте мы тоже подкопим через пару серий, допустим, то есть, ну, в следующей, или в какой-то части немножко подремонтируем. Ладно, пацаны, давайте. Всем пока, всем удачи. Это была игрушка «Ретро-гараж».